Привет всем, ребята! Сегодня мы на канале Бес будем играть iPad игры. Так что поехали! А первая игра у нас Fishtown. Так, задача у нас такая. Сейчас увидим. Думаю, это одна из тех игр, которые играют и взрослые, и дети. Всем интересно. Так, начали. Так, сколько у нас ходов? 21 ход. И нам надо освободить вот эти желтые и белые вот форточки. И поступим так. Отличненько. Так, так, так. Пока все хорошо. Ну, неплохо. Так, что дальше? Так, ребята, а ходы у нас заканчиваются. Кажется, я не рассчитала правильно. Ну, ладненько, попробуем еще раз. Получится. Повторим. Ну, понятно, понятно. Цель 48 кубиков надо освободить. Вот это хорошо. Дальше. Отлично. Неплохо, неплохо, ребята. Отлично. Что у нас тут? Так, так, так. Сейчас уберем вот некоторых. Освободили место. Так. Думаю, победили, ребята. Отличный результат. Уровень пройден. Идем дальше. Так. Та же самая задача у нас. Но наша задача вот тут. Так. Попробуем прорваться. Но нам сначала вот эти взрывчатки нужнее. Вот.
Отлично. Так, сейчас кого мы тут уберем? Сколько у нас тут? Давайте белых шариков. Ну-ка. Неплохо. Вот, отлично. И все, мы справились с заданием, ребята. Отличный результат. Ладно, продолжим как-то в другой раз. Идем вперед. А следующая игра у нас сэндвич. В общем, нам надо собирать сэндвич. Так. Отлично. И все. Дальше. Так. Поели. Вот, открыли сундучки, набирали все, что нам предлагали. Так, что у нас еще? Так, большой такой. Так, ребята, не забываем, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик. Нам это очень будет приятно. Супер, супер. И если есть у вас какие-то предложения насчет игр, то как мы играем, то ли не получается, то подскажите нам. Нам это будет очень приятно. А если есть ваши любимые игры, что вы хотели бы увидеть, как мы играем, то опять же напишите нам. Мы прочитаем обязательно. И учтем, что вам нравится и что вам не нравится. Так что будьте активнее, ребята. Особенно в этот период, когда... Когда все мы сидим дома в период этой пандемии. Ну что нам поделать? Придется смириться и найти себе хоть какое-то занятие. Так. Отлично. Так, давай сюда. Прелесть. Ну-ка, ну-ка. Так. Поели. Как следует. Можно сказать, даже и проголодались. Так. Давай, давай, давай. Это что, только одной линия, что ли, тут работает? И все. Опять нам открыть сундучки. Ну, плохо. Ну, ладно, идем дальше. А следующая игра у нас Battle Cup. Так, задача у нас какая, ребята? В общем, мы открываем пробку. И так, чтобы это самое, как можно повыше это самое поднялся. Так, посмотрим, насколько. 18 метров. Ну же.
А чё так мало? Так. Давай, давай, давай. 14 метров. Так, 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 так. Неплохо. Давайте попробуем еще выше выйти. Подняться. Давай, давай. А чё не поднимается? Не получилось. Так. Может, в эту сторону? Ну-ка, ну-ка. Нет, не сможем дотянуться. Ну-ка, давай, давай, крутись. Так. Ну-ка. Вот. Прелесть. У нас новый рекорд. Да ладно. Классно получается, ребята. Так, 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 так. Не отчаиваемся. Давай, 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 выше, выше. Попробуем еще. Ну почему? Так у меня же уже руки устали. Так. Ну ладно, ребята. Как-то в другой раз еще раз попробуем. Идем дальше. Следующая игра у нас Color Best 3D. Нам надо делать так, чтобы все эти шарики, ну не все, ну... Хотелось бы, чтобы хотя бы 90% попали вот в наше ведро. Что нам для этого нужно делать? Так. Не поняла, ребята. Не получилось у нас. Да. Давайте еще раз попробуем. То есть, как мне это надо делать? А, по частям, наверное, да? Так. Давайте по частям. Может, так получится. Отлично. Неплохо, неплохо. Давайте, давайте. Так. Эй-эй-эй-эй! Давайте, давайте. Ай, я забыла, там же не надо было. Так, давай, 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 ближе, ближе, ближе. Так. Неплохо. Ну, давайте, пусть что будет. Посмотрим. Наполнится ли наше ведро. Итак. Результат не из хороших.
Так, неплохо. Ну-ка. Так, отлично. Ну, попали хоть чуть-чуть. Ну же, постарайтесь, давайте. Кошмар какой-то. Настоящий кошмар. Ужас. Так мы никогда не сможем собирать нужное количество наших шариков. Так. Вот зараза. Молодец. Наверное, по частям надо отправить. Вот, вот, вот. Так. Это что же получается? Давайте. Пусть что будет, то и будет. Так. Ну же, ну же, ну же. Опять ни в какую. Ладно, не будем мучиться. Идем вперед. Тут у нас еще шарики разноцветные ждут. Следующая игра у нас Dig Hills. Так, Dig Hits. His. Примерно. А, нет, не то, что это самое, разноцветные шарики. В общем, задача у нас такая. Мы должны делать так, чтобы вот этот шарик попал вот сюда. Вот что мы не смогли сделать. Давайте попробуем. Так, давай, давай. Блин. Не получилось. Давайте еще раз. Так. Да что же это такое, а? Давайте попробуем. Может выйти, да? Так. Задача не из легких, ребята. Да кому ты сейчас нужен? Не вышло. Так, тоже не вышло. Вот. Давай, катись. Да ладно.
Так. Посмотрим, как себе будет вести наш шарик. Так, так, так. Давай, 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 давай. Быстрее. Ну, наконец-то, наконец. Так. И что надо? А. Да. Ладно, ребята, как-нибудь в другой раз продолжим. А следующая игра у нас Mouth Hit. Так. Красота. Пока что. Отлично. Ой, началось. Так, так, так. Все на том же месте. Попробуем еще. Да. Вот зараза. Так, так, так. Ужас какой-то. Давайте идем вперед. А следующая игра у нас Dragon Dodo. Так, так, так. Эта игра, наверное, скорее всего, для мелких, очень маленьких. Посмотрим. Тоже разноцветные вот камушки всякие. Так. Отлично, ребята. Что у нас тут дальше? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И все. А, нет, тут еще остался один. Красота. Дальше что у нас? Так, посмотрим, задача у нас какая. Ого. В общем, собираем драгоценные камешки. Так. Отлично, ребята. У нас получается пока что. Отлично, отлично. Так.
остались эти две, по-моему. Да. Да. Итак. И все. И мы победили, ребята. Ладно, идем дальше. А последняя игра у нас Color Bump 3D. Тоже с шариками будем играть. Так, нам надо быть повнимательнее. Ни в коем случае не прикоснуться к противоположным цветным шарикам. И надо быть повнимательнее, а то у нас иногда еще и цвет меняет. Так. Ну, пока идем своей дорожкой. О-о-о, отлично. Прелесть, приехали. А это у нас бонусный этап, кажется. Давайте, давайте, ребята, соберем всех. Так. Дальше. Так, так, так. Хорошо. О. Надо быть повнимательнее. Вот, отлично. Так. Супер, ребята, супер. Приехали. Ну ладно, ребята, на сегодня все. Всем пока.